Приветствую вас, дорогие друзья! С вами на связи снова Валентина Хекман. Хочу поделиться последними событиями моей жизни, и не только моей. Как вы уже знаете, я обучаюсь на данный момент в Институте развития адаптации, являюсь студенткой, прошла уже два курса, и причем второй курс я повторяла несколько раз, не потому что я такая лентяйка или что-то со мной не так, а именно потому, что информация очень быстро меняется, наш век информации, и курс отличается от курса, мы получали все новые и новые знания. Сейчас мы все в преддверии третьего курса. В ближайшее время, в августе месяце, пройдет третий курс. На третий курс принимаются только студенты, которые прошли первый и второй курс в прошлом году. В этом году, в 2018, кто прошел первый курс, не считается. То есть, если первый и второй прошел в 2018, то да. А если только первый, то на третий курс он никак не может попасть. А студенты, которые прошли в прошлом году еще первый курс и второй курс, они попадают на третий курс. Либо в прошлом году еще прошли первый курс, и они очень долго практиковали. У них есть такая возможность сразу попасть на третий курс. Всем всего доброго, пока-пока. Я вас люблю. До новых встреч.